Фестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор» знову збирає глядачів. 24 вересня, субота, 16:00. Ми чекаємо на вас у концерт-холі «Юність» на українському кіно, яке показує зміни. Ігрові та документальні фільми від режисерів з усієї України. І саме ти обиратимеш кращий. Фестиваль проходить за підтримки благодійного фонду Ігоря Янковського, ініціатива «Заради майбутнього», агентства розвитку Миколаєва, Миколаївської міської ради та облдержадміністрації. Так, друзі, саме 24 вересня о 16 годині в Миколаєві стартує громадський проєктор «Українське кіно, яке показує зміни». І саме з цього приводу до нашої студії завітав гість, якого ми раді вам представити. Андрій Лохматор, організатор конкурсу короткометражних фільмів «Громадський проєктор». Вітаємо тебе. Вітаю. Дякуємо, що сьогодні разом з нами. І так, «Громадський проєктор 2016». Що нового для начала вот такой анонс буде? Чого ждать зрителям? Ну, во-первых, новая тема фестиваля – это змены, да, изменения, да, перемены. Новые члены жюри. В этом году к нам едет судить, да, главой судейской коллегии будет у нас глава Госкино Филипп Ильенко, Государственное агентство по вопросам кино. Также, что у нас нового? У нас новые фильмы, собственно, их в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Да, 80 фильмов. Я так понимаю, что, наверное, благодаря тому, что всю Украину уже охватили, и не только наши Николаевские, и с области, и с города, скажем так, режиссеры и авторы фильмов подключились, но все-таки украинские. Все. Я вам больше скажу, есть даже фильмы не из Украины в этом году. Был фильм из Монреаля, Канада, и был фильм из США. Ну, это как бы наши украинцы, да, которые сейчас там живут, но они вот оттуда, да, сняли фильмы, прислали. К сожалению, они не попали в шорт-лист, но география, в принципе, да, вот самого фестиваля расширяется. В этом году Львов, Киев, Херсон, Харьков, Одесса, Николаев. Что несколько... радует по участникам, так это то, что много региональных участников, которые не из больших городов, а из маленьких. Именно поэтому мы в этом году учредили новую номинацию, она называется «Региональное кино». Эту номинацию, инициативу, да, учреждение этой номинации выразил Вадим Мериков, глава администрации Николаевской 2014-2016 годов. Он сказал о том, что если есть фильмы, которые вот из регионов, есть целых 5 в этом шут-листе, это отлично, мы будем выбирать тогда вот из районов, а в этом году это фильмы из Гливахи Киевской области, ПГТ, Снегирёвка Николаевской области, 2 фильма от одного режиссера, Кривой Рог Южной Одесской области и село Рассошенцы Полтавской области. Причем... И приятно, что они попали в шорт-лист все-таки. Да, они попали в шорт-лист, и я скажу, что несколько из них они претендуют даже на призовые места. А шорт-лист составлялся кем? Это уже жюри заседало, смотрело, отсматривало или как? Да, сделался рейтинговый список, да, от которого отсекался низ, скажем так. Шорт-лист отчасти формировался из такого... условия такого регламента, как, собственно, время самого фестиваля. У нас фестиваль – это один вечер, соответственно, это на показ 3 часа там, с хвостиком. Я всегда говорю, это как «Титаник». Да? Если люди «Титаник» просмотрели, то просмотрят и нашу программу. Но больше уже нет. И, соответственно, вот мы посчитали, да, что, вот, грубо говоря, по этому регламенту фильмы, которые набрали меньше баллов, не прошли, больше прошли. Приятно, что «Гражданский проектор» предыдущих лет, скажем так, победители, реально признаны и на других фестивалях. Вот самый яркий пример — Анжела Богачева, да, на 45-м Киевском международном фестивале «Молодость». И вот сейчас, сегодня мы говорили о том, что попала она и в шорт-лист Ирландского фестиваля видеопоэзии. То есть реально признают работы. Ну, и... при этом, что фильм о Николаеве, собственно, не был. «Влюбись, если осмелишься». Название такое достаточно интересное. Поэтому это говорит лишь о уровне фестиваля, который проходит в Николаеве, реально его уже можно называть уровневым, который открывает новые имена. Растет не только уровень, растет еще и уровень призового фонда для участников. Да. Мы как в ногу с инфляцией идем. И... индексацию сделали приза. Да, в этом году за первое место приз 15 тысяч гривен, второе, третье такие поощрительные, 3-2 тысячи. Ну вот, да, чтобы борьба была более интересной, как бы, и сами участники это признают, что им интереснее участвовать, когда действительно кону там не одна, не 2000 гривен, да, 15. Вот. Ну и, собственно, и уровень фильмов повышается, и к борьбе присоединяются, да, более профессиональные игроки там, да, из Киева. Но все-таки Киев остается пока центром, да, кино, кино, украинского кино.
Соответственно, будет много фильмов из Киева, много из Николаева. Ну и, собственно, какие-то вот города будут представлены еще. Вот Львов, Одесса, Херсон и остальные. А по поводу самого вечера, скажем так, когда будет презентация этих всех фильмов, какие-то сюрпризы готовятся еще для участников и, возможно, для тех, кто просто придет. Тем более, я напомню еще раз, что вход бесплатный, могут николаевцы прийти посмотреть. Ну, во-первых, будет красная дорожка, да, будет, скажем так... Возможность почувствовать себя голливудской звездой. Да. Ну, раз уж кинофестиваль, то кинофестиваль по полной. Будут, соответственно, церемонии награждения, да, где... будут торжественные, да, церемонии награждения. Я думаю, что в принципе, как бы, Николаев не искушен культурными мероприятиями. Я всех зову, и, собственно, вход-то и бесплатный, только для того, чтобы как можно больше людей, юность, благо, вмещает 800 человек, присоединились к просмотру украинского кино. И это действительно современное украинское кино. Это не какие-то там, грубо говоря, не знаю, там дети, да, снимали, что мы вам покажем. Это действительно фильмы, это люди, которые участвуют в фестивалях, побеждают в них, и это стоит посмотреть. Для меня было приятно то, что я увидел знакомые лица некоторых, и имена, скажем так, некоторых людей, которых я знаю, и тоже интересно посмотреть все-таки их работы. Тематика этого года – изменения. Сами изменения были в фильмах, в режиссерских работах, они косвенно как-то красной нитью проходили, или люди писали об изменениях? Ну, смотрите, как бы отчасти какие-то фильмы снимались конкретно под фестиваль, вот, на тему изменения. Отчасти это фильмы, которые были уже сняты до того. У нас условие было, что с 25 сентября прошлого, с 15 сентября прошлого года по 15 сентября этого года. Были сняты уже, но они подходили по тему изменения. Да? Были фильмы, которые были сняты ранее, но не подходили по тему изменения, они отсекали, соответственно, сразу же они даже не принимали участие в оценке коллеги жюри. Да, где-то это что-то явное, где-то что-то неявное, где-то на эту тему посмотрели совершенно не так, как я себе даже представлял, но это действительно подходит по тему. Как бы очень много разных вариаций, как бы, я думаю, будет интересно. После 2015 года, когда прошел прошлый фестиваль, да, второй, фильмы, которые попали в шорт-листы, их еще раз показывали на различных мероприятиях, кинотусовках. Будут ли планируется ли показывать эти фильмы и те фильмы, которые 40 не попали, даже больше, только 25 попали, а 80 фильмов пришло, будут ли они показываться еще как-то в рамках чего-то? На самом деле, это была моя головная боль, да, и боль в сердце, когда мне приходилось, да, отказывать, да, писать письма режиссерам, где у них очень хорошие фильмы, но они не подходят по тему, либо они превышают регламент в 10 минут, мы тоже этим пока ограничены, и показывать фильм 16 минут мы не можем себе позволить для того, чтобы остальные участники резали свои фильмы до 10 минут, ну и в принципе это регламент, как бы, да. Поэтому вот такой, с болью в сердце мы отказывали, но... Как бы есть мысль, да, такая неконкурсная программа. К сожалению, мы ее не покажем завтра, но надеюсь, что мы в ближайшее время какой-то устроим в рамках нашего киноклуба показ, где вот мы покажем все эти фильмы, которые немножко там очень много интересных картин. Они действительно не подходят по теме, но это тоже украинское кино. Это, ну, самое свежее, скажем так, которого еще нигде нет в сети там, и так далее. И оно у нас есть. И, собственно, мы, наверное, как бы, да, вот обязательно устроим. Эту фишку все-таки воспользуетесь, да? Следите за нашими страничками, за нашим сайтом. Ну вот как раз в соцсетях мы и следим, и отслеживаем. Друзья, у вас тоже есть возможность, если заинтересовал проектор, и вы как-то не слышали, возможно, раньше, не интересовались, заходите в Facebook, ВКонтакте, Романский проектор, находите, интересуйтесь. А 24 числа есть возможность прийти и посмотреть уже наживо в 16 часов в юности. Я так понимаю, в 16 часов это уже будет дорожка стартовать или сам показ? Нет, 16, это уже дорожка стартует чуть раньше, да, люди начинают собираться, будет... То есть можно на 15 приезжать спокойно? Гостей, ну 15 рановато, но без 15 точно уже можно... Друзья, ну занять место, это дело святое. Естественно. Гостей будут встречать музыканты, поэтому стоит чуть-чуть раньше прийти и послушать еще хороший джаз, и, собственно, это к половине мы начнем показ. Ну что ж, будем надеяться, что действительно достойная картина одержит победу. 15 тысяч получит режиссер для того, чтобы создавать новые картины. Ну и второе, третье место, хоть и утешительное, но все-таки призы. Но я думаю, что самое главное, это все-таки показать свою картину, чтобы ее увидели зрители. Тем более, что раньше, я так понимаю, показа этих фильмов не было. Раньше не было, ну, в большинстве своем не было, да. И мало того, что просто посмотрите, еще каждый зритель сможет поучаствовать в голосовании за победителя номинации «Призрительских симпатий». Как бы, и я считаю, что самая главная награда, на самом деле, они члены жюри, когда зал, да,
принимает твою работу как лучшую. А в каком формате будет происходить голосование? На входе каждый зритель получит бюллетень для голосования, где будут указаны все по порядку фильмы, по порядку их просмотра. И при выходе из зала, либо при окончании показа, волонтеры фестиваля соберут у всех эти бюллетени. И пока будет идти церемония награждения, когда будут вручаться номинации, будет премия городского головы еще. Городской голова также решил отметить один из фильмов «Николаевский», который снят николаевскими режиссерами отдельно. Будет подсчитываться, собственно, победитель. И уже объявят. Ну, будем надеяться, что счетные комиссии пальцы не сотрут или ставят эти бюллетни 800 штук. Не, уже опыт есть, 2 года этим занимались, все было нормально. Поэтому, ну что ж, реально, я думал только, что 3 номинации у нас, 1, 2, 3 место. Оказывается, подарков будет достаточно много. Да. То есть, кто только может, тот и привлекается, друзья. Если какие-то спонсоры нас смотрят сейчас, Андрею пишите, я думаю, что еще одна премия – это неплохо. Ну что ж, дякуємо за те, что завітали сьогодні до нас. Нагадую нашим телеглядачам, что сьогодні у нас в гостях був Андрій Лохматов, організатор конкурсу короткометражних фільмів «Громадський проєктор 2016».